Около 1000 водителей мопедов и самокатов оштрафовали полицейские в Жамбулской области. С наступлением летнего периода среди населения вновь стали популярны такие виды транспорта, как мопеды и электросамокаты. С водителями проводятся разъяснительные беседы по вопросам безопасного вождения двухколесных транспортных средств и соблюдениями правил дорожного движения. Однако, несмотря на принимаемые сотрудниками полиции меры, они продолжают нарушать ПДД, что приводит к дорожным трагедиям. В целях снижения аварийности полицейские усиленно патрулируют улицы областного центра и загородные трассы, где наиболее часто происходят ДТП с участием мопедов и электросамокатов. На дорогах введен усиленный контроль за дисциплиной водителей малых транспортных средств. С начала года к административной ответственности привлечены 691 водитель мопедов и 263 водителя электросамокатов. На штрафную стоянку водворены более 200 скутеров. Департамент полиции Жамбылской области напоминает пользователям этих средств при движении об опасности неаккуратного вождения и несоблюдении правил движения на дороге.